Сегодня в Шымкенте предприниматели корректировали свои задачи в связи с вступлением Казахстана в Евразийский экономический союз. Прибывший в регион председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулебаев сообщил, что палата внесла около 120 поправок в договор ЕАЭС. Из них 90% были одобрены всеми тремя странами-участницами союза. Теперь основными приоритетами в работе названы эффективная защита прав предпринимателей, продвижение региональной карты развития бизнеса и обеспечение качественным сервисом бизнес-сообщества. Руководитель палаты также рассказал, что на поддержку казахстанского бизнеса государство выделит 1 триллион тенге. Первый транш в 500 миллиардов предприниматели получат уже в этом году. Также на встрече было предложено, чтобы представители бизнеса участвовали в комиссиях по государственным закупкам. Этот вопрос очень актуальный, потому что с вступлением в ЕС сейчас наши местные производители приравнены по правам ко всем остальным участникам ЕС. Это и белорусы, это и россияне. Как уже объявили, это и в будущем киргизы будет, и в будущем будет Армения. Соответственно, нам надо очень активно совместные усилия прилагать для того, чтобы наши местные поставщики, местные подрядчики попадали в систему государственных закупок. Внутри системы государственных закупок есть очень важный инструмент, это долгосрочные контракты. То есть долгосрочные контракты должны выдаваться тем предприятиям, которые ведут модернизацию.